Чтобы газоны в городе радовали глаз, необходимо проводить регулярный уход. И летняя газонокосильная кампания – это важная часть этого процесса. Регулярный укос травы – это не просто косметическая процедура, а залог здоровья и красоты газонов. Он помогает траве расти более густой и здоровой, препятствуя росту сорняков и создает более благоприятные условия для ее развития. О ходе газонокосильной кампании расскажет Антон Сапогов. Каждое утро с позаранку работники дорожно-коммунальной службы выходят косить траву. Горожанам, которые любят поспать до обеда, жужжание бензокосилок не нравится. Но трава на газонах всячески приветствует такую стрижку. Она пускается в рост с новой силой, а сорняки, которые выросли первыми, возвращаются на старт. И так дважды в течение лета. По муниципальному заданию у нас за сезон идут 2 укоса. Но в целом мы, конечно, стараемся косить по ситуации, назовем это так, потому что если стоит жаркая погода и еще одновременно идут дожди, то трава всходит очень быстро. Поэтому приходится ее все-таки идти и заново подкашивать. Основной упор делается на механизированное кошение травы. Для этого в городской дорожно-коммунальной службе задействованы 4 трактора с газонокосильными агрегатами. Те, что побольше, подравнивают траву вдоль обочин дорог, тогда как маленькие юркие тракторы проникают в самые заросли и выкашивают самые большие неухоженные участки. В помощь им 7 косарей с ручными триммерами занимаются практически ювелирным укосом и наводят окончательный лоск. Как правило, косари у нас ходят в тех местах, где либо техника не может подойти, либо это наши объекты благоустройства, различные аллеи молодежи, бульварки Коэна и так далее. Газонокосильная кампания стартовала вовремя, работа ведется слаженно. И к июльским праздникам наш город со всеми его газонами станет красивее и наряднее. Антон Сапогов, Даниил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.